Ладно, иду. Метро Театральное, чтобы ехать домой. Звучит ненавистная музыка. Ну, ненавистная в том смысле, что проблемы с авторскими правами. Когда снимал «Каток» на ВДНХ, там, в общем, целый список на полстраницы вывалился претензий. Можно подумать, что это ко мне претензии, а не к организаторам. Ну ладно. Просачиваемся через антитеррористические столбики. Тот каток, вот что здесь. Сейчас просто паутина. Поднимусь, смеха ради. На горку собирается. Вот здесь. Панки. Сувениры. Короче. Жарят. Мы подошли, а у вас всего 4 было. Так, все, я дальше снимать не буду. Все, спасибо, кто смотрел. До свидания.